вообще, на самом деле, проблема предпринимателей не то, что в охранной зоне оказались, а вообще в регулировании размещения временных сооружений в городе Ачинске. Когда я приехал сюда, и когда мне сообщили о том предпринимателе, что продляют на 3 месяца, ну, для меня это шок был, потому что продляя на 3 месяца, предприниматель через 2 месяца должен идти писать повторное заявление, не получив еще предыдущее разрешение. Но это, я думаю, это очевидный административный барьер, который надо убирать. Более того, вот по Красноярску мы сказали, вчера заместитель главы города подписал нормативный акт Красноярска по размещению временных сооружений. Я думаю, ничего сложного не будет, если администрация города Ачинска просто возьмет за основу этот нормативный акт и реализует его здесь. Потому что, ну, реально, на 7 лет у нас будут продлять. Есть схема размещения, в которой, вот Ирина Юрьевна точно скажет об этом, есть схема размещения, в которой тоже предусмотрено размещение на 7 лет. Более того, если говорить про охранные зоны, я думаю, ни для кого не секрет, для предпринимателя это было давным-давно еще принято решение, если есть согласование собственников охранных сетей, то никаких проблем нет размещать там объект. И сегодня, когда мы обсуждаем вот такие темы, они явно имеют варианты решения этой проблемы, где можно поставить хорошую жирную точку и забыть на 7 лет вообще проблему предпринимателей, прописать внешний вид, который тоже можно взять за основу, как в городе Красноярске реализован. Более того, когда говорят, что идет благоустройство, там делают дороги, я думаю, представители Ачинска посещают город Красноярск. Прокатитесь, посмотрите. Последний хороший пример в прошлом году был в рамках безопасной и качественной дороги, ремонтировалась улица Павлова. Там стояли предприниматели объекты, нашли общий язык с администрацией города Красноярска, модернизировали эти объекты, и сегодня они стоят там, где отремонтировали всю улицу. Поэтому, когда сегодня говорят, что планируют ремонтировать улицу, да, благоустройство делать, всегда можно найти компромисс, чтобы эти объекты временные вписались в ту концепцию, которую сегодня предусматривает, наверное, аппарат министра, ну, городской аппарат Ачинска. Поэтому всегда можно отрегулироваться. И я всегда предлагал лучше договориться, сесть за стол переговоров, найти компромисс и двигаться дальше, потому что все мы здесь, ну, вы, по крайней мере, все вы жители города Ачинска, независимо от того, что вы предприниматель, либо вы сотрудник администрации. Компромисс надо находить.